Добро пожаловать на обзор игры Post-Trauma. Это игра ужасов, вдохновленная старой классикой, с фиксированными ракурсами, современной графикой. Да, я пробовал играть демо. С первого запуска часть текстуры отсутствовала, как вы могли сами увидеть. Потом они появились, правда, пришлось мне переустановить игру. Что здесь от хоррора? Ну, в описании написано, что хоррор. Я не знаю даже, как играть в эту игру, так как она пока не играбельна и запускается через одно место. Тут не симулятор хоррора, а симулятор, блин, геморроя. И еще одно. Игра, где разработчик, судя по всему, опять же, сам не играл в свое творение. Графика здесь 2008 года, ну или 2013 потянет. Для 2021 нет. Динамика движений толстой жопы персонажа, да меня чуть бляха-муха не стошнило, сами попробуйте. Кому понравится. Если бы хоть можно было тёлочку сюда поставить, фигуристу, то пережил бы. Это чё за дятел толстожопый? Я даже знать, блин, не хочу. Сядь ты, блин, на диету, а не жопой за стол. Что это за нахрен персонаж такой? Я понять не могу. Это самый неказистый, уродливый персонаж, которого я видел когда-либо в игре. Ужас просто.